ДТП на перекрестке улиц Шевченко и Гребенская заставило понервничать не только участников аварии, но и очевидцев случившегося. Утром 4 октября женщина-автолюбитель, двигаясь на автомобиле Hyundai, не убедилась в безопасности своего маневра и допустила столкновение с автомобилем отечественного производства, который двигался по улице Шевченко. От удара иномарку вынесла на обочину, и она на полном ходу врезалась в угол дома. Еще одно ДТП и тоже ранним утром произошло на перекрестке улиц Крымская и Красноармейская. Участниками ЧП стали джип и грузовой автомобиль. В этой аварии из людей никто не пострадал, чего не скажешь о внедорожнике. Ему потребуется серьезный ремонт. А вот что стало причиной ДТП, пока непонятно, проводится проверка. А в хуторе Воскресенске новый светофор стал причиной тройного дорожно-транспортного происшествия. ДТП произошло в первой половине дня на новом светофоре перед маршруткой, которая следовала из Анапы. Поехал автомобиль Kia, водитель которого увидел запрещающий сигнал светофора в последний момент. Резко затормозил, в результате в него въехал автобус. Через мгновение в общественный транспорт вписалась иномарка с ростовскими номерами. Как считают пострадавшие водители, причиной тройного ДТП стала не столько их невнимательность к дорожной ситуации, сколько неудачное место для установки светофора. Вот такая вот печальная статистика одного дня. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.